Трамвайные вагоны времен Великой Отечественной войны проехали по улицам Васильевского острова. Рейс памяти стартовал от музея электрического транспорта. Трамвайное движение продолжалось всю войну, даже под обстрелами и бомбежками. Замерло трамвайное движение только 3 января 1942 года, после того, как прекратилась подача электроэнергии. Но уже 8 марта трамваи пошли вновь. Воспоминаниями о блокадном трамвае с гостями музея поделилась внучка командира блокадного трамвая Михаила Сорокин. Люди мерзли, голодали, умирали от болезней, погибали под артобстрелами, но они не прекращали работу. Дедушка как-то сказал, то, что сделали ленинградцы во время блокады и Великой Отечественной войны, иначе как подвигом не назовешь. Трамвай стал символом жизни, символом возрождения Ленинграда.